установили лазерный уровень, отбиваем наши риски, то есть вот у нас там все совпало по уголку, по швеллеру, швеллер у нас выставлен в уровень, вот у нас, вот она зелененькая, все попало, все отлично, вот у нас попало. Здесь мы выставили, очень удобно, 360 градусов, здесь на плитку попало у нас, и выходим сюда. Вот входную группу, так как здесь будет собрана входная группа из пластика, мы заранее забили арматуру, вложили трубы, сделали полусухую стяжку. А сейчас получается, к вот этим арматуринам приварим эти трубы. То есть они уже будут держаться. И когда мы будем крепить входную группу из пластиковых окон или алюминия, то мы будем крепить их уже к металлу. Там у нас, где заходят трубы, входную зону. Вот видите, здесь доварочка сделана. Здесь использовали трубу 40-40, чтобы под ней прошли трубы. Здесь использовали трубы 40-80. Вот их подняли буквально на сантиметр. Вот там она, видите, практически вровень, еще не выставляли. Вот. Сейчас ее подымем. Эту также проварим, вместе все сварим, и входная группа у нас будет держаться на металле. Также там дверь будет склад идти. Тоже вложили закладную, еще не подготавливали. Здесь, скорее всего, на эту закладную мы приварим еще 25-40 трубу, потому что у нас здесь большое расстояние в два пальца. Поэтому мы здесь доварим. Там у нас буквально пол сантиметра, поэтому мы металл просто подняли.